Всем привет, ребята! С вами Серега Кишкобулт. Вы, наверное, все соскучились по моим челленджам. Вот я решил сегодня челлендж исполнить. Чисто по многочисленным просьбам вашим. 200 наггетсов, ребята, я еще не пробовал, но попытаюсь это исполнить. Поставлю таймер. Разорвать хочу эти 200 наггетсов. Что много кто мне писал в комментариях. Наггетсы, наггетсы, вот наггетсы. 200 штук. Погнали, ребята. Вот, ребят, принесли наггетсы нам, 200 штук, 3 ведра. Вот выложил я их в поднос, вот такая гора получилась наггетсов. За сколько времени я его хочу съесть? Таймер вот стоит, ребят. Включится время, я начну есть. Напишите в комментариях, за сколько я его съем. Интересно мне знать. Думаете, осилю я это или нет? Вот, поехали. Таймер врубается. I recognize your fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, and I know your taste is a little bit, high maintenance, everybody else basic, you live life on an everyday basis, with poetic justice, if I told you that a flower bloomed in a dark room with distrust, I mean I write poems in these songs, dedicated to you when, you're in the mood for empathy, blood in my pen, вкусные наггетсы, ребят. По три штуки, ребята, вот три штуки. Вот три штуки, ребята. По три штуки. Он охранник даже удивляется. Я уже дня три бы не ел. И такую порцию. Так-то вкусный наггет. Курица. Ну, выходит, как бы, да, если походу смотришь. Такая порция написала. На три штуки ем, но не убивает. Да пока нормально. Вкусный. Сочный, нормальный наггетс. Три штуки есть. Сразу ем. Что-то она не убывает, нифига, бля. 200 штук, чё, бля. Ем. Мой.
половина тут лопали. Вот Сашка. Друг заваться. Половина есть в любом. На дне остается. По времени у нас 32 минуты. Все, 7 минут остается. И у меня наггетсов столько остается еще. Ну, не знаю, наверное, больше часа будет. Все сложнее и сложнее. И вот сколько наггетсов осталось. Три. Ребята, последние три наггетса, уже не могу. Я думаю, проглочу. Сколько времени? Час 23. А. 197 уже осело, три штуки осталось. Ребята на родном вокзале, на трех вокзалах, нашел KFC, 200 наггетсов, выполнил челлендж, 200 штук наггетсов съел. Тяжело очень было, разговора нет, я не отрицаю, но я это сделал за час, ну считай, за полтора часа я его сделал. Ну, не советую повторять, тяжело очень пища, больше полтора литра воды только выпил, запивал, живот полный.
сейчас дня 3-4 кушать не буду. Как анаконда буду переваривать. Вам, ребята, нравится такой формат? Если... Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Проявляйте активность, ребята. Я это сделаю, выполню. Так, челлендж какой-нибудь. Что мне съесть, пишите, я читаю комментарии. Больше, который комментарий наберет лайков, я этот челлендж выполню, ребята. Так что проявляйте активность. Спасибо, что следите за мной. Ну, жив-здоров, пока ничего мне живот не случилось. Он живот полный только. Живот надулся, все, как арбуз. А так вроде все нормально. До свидания. Всем желаю удачи. Здоровья.